Следователи разбираются с еще одним инцидентом с участием машины скорой помощи. Амичи выложили в соцсети видео, на котором охранник торгового комплекса не пропускает автомобиль медиков и разрешает проехать только тогда, когда за врачей заступились прохожие. Выяснилось, что в это время проходила ярмарка и проезд для всех транспортных средств был закрыт. При этом скорая помощь двигалась с выключенными световыми и звуковыми сигналами. Следователи намерены установить все обстоятельства и причины инцидента, проверить версию сотрудников охранного предприятия о том, что они действовали в соответствии со своими распоряжениями. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи не спешил на вызов и в его кабине не находился пациент. Тем не менее, следователи намерены дать оценку правовую действиям охранника по статье 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это превышение частным охранником своих должностных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, а также лишение свободы до 2 лет.